Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео я хочу сделать обзор слайдов, которые выпустила компания IDI Eagle. Для тех, кто не является инвестором и может быть не в курсе ситуации в компании, вывода фактически нет уже больше пяти месяцев. Сейчас в процессе доработки и наполнения новый кабинет ID.I.Eagle.com. Но, несмотря на все обещания о скором запуске, пока особых подвижек не видно. То есть, пакеты, пакеты у нас появились. То есть, мы видим свои старые пакеты, но, я так понимаю, на балансах у всех пока по нулям. Кроме того, есть много ошибок, например, в плане структуры и спонсорской ветки. Ну, вроде как по словам руководства, работа ведется, системы работают, там дополняют. Ну, будем надеяться, что когда-то это даст свои результаты. При том, что как раз в этом видео вы сейчас узнаете, речь идет о слайдах от 23 октября, когда вроде как... Должна уже запускаться валюта, основанная на золоте. Криптовалюта, основанная на золоте. Итак, мы с вами здесь видим первый слайд. Будущее началось. Логотип ID Eagle. Два орла. Как этот. На российском гербе у нас орлы. Две головы смотрят в разные стороны. А здесь, наоборот, два орла смотрят друг на друга. Так, ну что. Смотрим следующий слайд. Так. Что здесь написано? Система криптограмм, основанная на активах. Eagle Social Gold, да, Social Crypto Coins, то есть социальные криптовалюты. Eagle Social Gold Coin, Eco Social Coin, Agro Social Coin, и Time is Money. То есть на последнем вебинаре господин Мигель Гомес, он как раз объяснял, что мы планируем запустить 4 а, валюты. И их особенность а, в том, что каждая валюта она привязана к какому-то активу, а, так называемому. То есть а, в, в английском он использовал выражение Asset Based Coin. То есть а, ну, многие криптовалюты, как мы с вами знаем, это просто некий код цифровой и все. Да? А, именно в компании Idea Eagle, руководство компании, хочет, чтобы каждая валюта, выпускаемая она, к чему-то была привязана. Концепция. Значит, Gold Coin 1 грамм, одна монета. Time, время, деньги. Это минуты для денег, деньги для времени. Не очень, правда, понятно. Хотя сразу вспоминается фантастический фильм «Время», да, помните, где в будущем, собственно, главной ценностью стало время, и, собственно, временем за все люди расплачивались. Так, Агрокоин, производитель для потребителя, электронная платформа, 40% сокращения. А, да, я что-то начинаю вспоминать. Там речь шла о том, что вот именно использование подобной монеты именно в сельскохозяйственных расчетах, позволит на, позволит на 40% удешевить продукты. То есть представьте себе, то есть, ну, к сожалению, из-за плохой экономической системы этого мира получается перекос. Да? В каких-то очень бедных странах там люди выращивают продукты, и вынуждены их продавать за копейки, да, то есть, и может быть им самим не хватает. А в богатых странах иногда там какие-то продукты даже приходится выкидывать да потому что просто их не успевают продавать то есть я так понимаю вот именно эта монета агрокоин она привязана непосредственно к сельскохозяйственной продукции так и экокоин это переработка мусора то есть здесь получается выполняется еще задача ну, во-первых, там заработок, да, а плюс еще переработка мусора, что, безусловно, ну, очень благородная задача. Потому что мы сами знаем, что мусора на нашей планете, к сожалению, становится очень много. И от этого, естественно, и люди страдают, и э, животные. Так, схема операндус. Вон она, это, видимо, не смогли перевести. Так, что мы здесь видим? Э-э-э. Электронная система, электронная коммерция, электронные платежи, компенсация, то есть я так понимаю, это выплаты, выплаты вознаграждения, это банк, заказы, Телпоп, Телпоп это телекоммуникационная компания, которую уже давно создал Клаудио Энрике, и эта компания выпускает свои собственные сим-карты, и с их помощью можно делать междугород... международные звонки вот здесь написано доставка, то есть я так понимаю, это доставка как раз вот этих сим-карт, так дальше продукт доставка, так что тут еще карты, активация, выпуск, заказ, баланс, то есть я так понимаю, компания не отказывается от идеи пользоваться банковскими картами и вроде бы как а, тот самый Клаудио Энрике а, у него же банк-то его все равно остается, так обмен Заказы, регистрация, обмен, мировой оборот, внутренний оборот, получение. Ну, то есть здесь, я так понимаю, речь идет именно про обменник. Обменник, на котором можно будет там все менять. Так, и вот еще электронный кошелек. Э, и электронный кошелек, на котором разные самые валюты. Эко-коин, биткоины, эфириум. Это как раз золотая монета. Агрокоин, время, деньги. Как говорил Мигель на вебинаре, то есть речь идет о целой экосистеме, которая объединяет, по сути, вот разные направления. Это и электронные услуги, и пассивный доход, и физические товары. То есть можно будет делать заказы там смартфонов и прочего, и прочего. Так, смотрим здесь. Банк, платежная система, карты. Два вида карт. Visa и MasterCard. Телпоп – это а, чип и сим-карта. Продукты, физические продукты – это телефон 1, это телефон 2 и планшет. То есть речь, речь идет именно о физических продуктах и обмене, который как раз обменивает разные валюты друг с другом. Биткоины, эфириум, эко-коин, золотая монета, агрокоин, время-деньги. На вебинаре а, Мигель Гомес сказал, что они хотят охватить два рынка. Есть традиционный рынок, к которому привыкли люди более старшего поколения. Традиционный рынок, когда ценность имеет то, что можно пощупать. То есть, например, люди старшего поколения, они больше доверяют, например, той же недвижимости. Ну, потому что вот недвижимость это недвижимость. Или там, например, бумажные деньги. Если они и пользуются деньгами электронными, то в виде карты, банковские карты, да, то есть и они, когда речь идет о каких-то цифровых активах, биткоины, эфириумы и так далее, то есть люди, большинство людей действительно от этого далеки. То есть вот как раз здесь показано. То есть традиционный рынок это 80% населения. Здесь можно заметить низкий риск как, как Мигель сказал, это цифровые мигранты, то есть максимум, что они знают, это банкомат или онлайн банкинг, или они ножками идут в ближайшее отделение банка и там оформляют. Так, на основе активов, да, то есть, как правило, это чем-то подкреплено, эти финансы, да, то есть дома, земля, сбережения, то есть вот именно люди привыкли, ну, что деньги это деньги, это либо у тебя деньги на счету, либо недвижимость, либо что-то такое. Вот. А цифровой цифровой рынок э, здесь есть свои нюансы. Это высокий риск, запасы. Не очень понятно, запасы, фьючерсы, э, какой-то корявый перевод, цифровые начала. Что за цифровые начала? Не на основе активов игроки. А, ну в том плане, что на этом рынке любят работать э, люди с такими немножко, как это сказать. Э, азартные, да, то есть люди азартные, которые вот, ну, привыкли рисковать, будем так говорить. И вот как раз, собственно, как Мигель объясняет, что вот концепция этих монет, с одной стороны, это криптовалюты, это именно монеты, но с другой стороны, они основаны на каких-то реальных активах. И, по сути, идея как раз в том, чтобы объединить вот эти два рынка. То есть, угодить и тем, и тем. Да? То есть, соответственно, эти монеты, каждая монета привязана к какому-то реальному активу, это понравится вот этим товарищам. А то, что это криптовалюты, это должно понравиться вот этим товарищам. Ну, то есть, можно сказать, угодить и нашим, и вашим. Так, ну, а что касательно сроков, вот это, наверное, для нас самая интересная информация. Смотрите, есть определенный график, в котором расписано, собственно, что в какие сроки должно происходить. Вот здесь есть стоит дата 14 октября. Видите? Запуск системы. То есть я так понимаю, что уже 14 октября, 14 октября у нас было 8 дней назад, то есть уже должен был состояться запуск системы, но правда не очень понятно, система имеется в виду наша, наши кабинеты или что. Да? Потом идет период при ICO. То есть э, ICO, кто не знает, это initial coin offering, то есть первоначальное размещение монет. При ICO это как бы предстарт, будем так говорить. Само ICO, само ICO должно состояться 23 октября. А 23 октября у нас вообще-то завтра. То есть, фактически, ICO вроде как должно стартовать завтра. Как видим, здесь написано запуск монеты. И вот здесь как видите, вот э, золот золотым таким цветом здесь зачеркнуто. Ну, показано, что вот она монета запускается. Так, это при ICO. Это непосредственно ICO. И оно, получается, начинается 23 октября и закончится 23 декабря. То есть, по сути, вот этот процесс ICO продлится 2 месяца. Ноябрь и декабрь. Ну что, посмотрим. То есть, э, 23 октября у нас уже завтра. Посмотрим. Что там и как Ну а на этом слайде показано IDI Eagle Кто мы Приватно-социальный инвестиционный клуб По-английски это PSYC Ну аббревиатура PSYC То есть частный инвестиционный клуб Продажи Социальная ответственность Продукт, фонды, трейдинг, форекс 1 миллион участников Ну я так понимаю это наверное К чему компания стремится Чего хочет в итоге получить я думаю, что всем, наверное, хотелось бы, чтобы не, не просто были слайды, но и кабинеты нормально работали, и вывод уже работал. Ну, будем надеяться, что, собственно, компания над этим усердно работает, усердно трудится. А, ну, а завтра у нас 23 октября, и вроде бы как начинается то самое ICO, и монета должна выйти на рынок. Ну что ж, поживем, увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.